Всем привет, мои хорошие, с вами Рублев. Сегодня у нас на повестке дня слух. Но слух очень позитивный, вселяющий надежду во всех геймеров-обладателей плоек. Хочу сразу предостеречь, что все это может оказаться фейком, ведь мы обсуждаем слухи и не более. Приступим? Поехали. А также хочу вас попросить и предложить вам подписаться на канал, если вы здесь впервые. Здесь я освещаю передовые новости из мира IT, технологий, делаю обзоры на игры, девайсы, железо и куча всего другого. Поэтому нажимайте на эту огромную красную кнопку подписаться внизу, если вам будет интересно. А интерес я могу обещать. Нашел для вас интересную статейку с Digital Report. Давайте пробежимся по ней. Итак, Sony планирует возобновить работу своего цифрового магазина PlayStation в России уже скоро. Об этом компания сообщила своим сотрудникам, которые отвечают за поддержку продаж цифровых продуктов в русскоязычном регионе. Отмечается, что возобновление продаж состоится как можно быстрее, это прямая цитата, как только риски снизятся до приемлемого уровня. В качестве ориентировочной даты называется лето 2022 года. Очевидно, что в мае возобновление продаж в цифровом магазине не состоится. На Sony оказывается давление со стороны правительственных органов стран СНГ, которые не подпадают под санкции. Представители профильных госорганов требуют от компании исполнения взятых на себя обязательств перед пользователями, а также, кроме того, в России, где пользователи PlayStation намерены подать в суд на корпорацию, требуя компенсацию за отключение магазина, то есть огромные убытки для Sony. Через суд. Все это заставляет бренд PlayStation поторопиться с возвращением на российский рынок. Это произойдет без официальных заявлений. Sony планирует просто восстановить работоспособность магазина игр и не комментировать это. Как стало известно, компания уже рассматривала возможность возвращения еще в апреле, но из-за плохого информационного фона отказалась она от этой идеи, опасаясь провоцировать волну критики. Вот как-то так, дорогие друзья. Обязательно, вот просто обязательно пишите, что вы думаете обо всем этом в комментариях, ниже под роликом. Правда ли Sony PlayStation вернутся в Россию? А может это вымысел и фейк? И никакого возврата не произойдет. Хотя в случае с той же транснациональной корпорацией McDonald's, которую можно рассмотреть в качестве примера, которую мы все прекрасно знаем, был найден компромисс в лице того, что франшизы остаются в Российской Федерации. И их закрывать не потребуют. Интересно, что будет с PlayStation. Вернутся ли в продажу консольки и четвертые прошки, и пятые, и просто четвертые? Будут ли дальше завозить, как раньше, новые плойки в РФ, и что будет с работой и оплатой плюса в РФ? Что будет с привязанными картами, когда снова разрешат платить услуги карты Visa и MasterCard? Все это очень интересные вопросы, на которые я постараюсь дать ответ в будущем. Если вам нужно видео на эту тему, просто оставьте комментарий. Все эти вопросы, на ответ на которые пока не знает никто, но вы можете попытать смелость и удачу и предположить в комментах ниже. Дерзайте. На сим у меня все, друзья, ставьте лойсы. Пишите ниже в комментариях, на какую тему снять видос, я все сделаю для вас в лучшем виде. Спасибо, что досмотрели видео до конца, если видео вам понравилось, можете поставить лайк и оставить коммент. Также предлагайте свою тему для ролика и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на мои другие каналы, ссылки есть в описании к видео. Рекомендую посмотреть два этих ролика, они должны вам понравиться. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока-пока.